Привет, я Федя. А вы были когда-нибудь на Марсе? Нет? Тогда полетели со мной. Я покажу вам, как там все устроено. Сойдите с ракеты, пристегивайтесь ремни и полетели. До встречи на Марсе! 4, 3, 2, 1. Спуск! Вот и приземлились. Смотрите, кто нас встречает. Это местные зычие. Жить на Марсе не так уж просто. Сейчас вы сами об этом убедитесь. Кислорода здесь нет. Давление слишком низкое. Очень сильно меняется температура. Поэтому людям приходится ходить в скафандрах. А на планете мы едем на марсоходах. На Марсе нет воды, и поэтому нам приходится добывать воду вон с тех вершин. Мы топим лед. Пойдемте дальше. А вот в таких домах мы живем, отдыхаем и работаем. Эти дома не такие, которые у нас на Земле. На Марсе нет растений. Поэтому мы все выращиваем в теплицах. Электроэнергию добываем мы с помощью солнечных батарей. Чтобы поддерживать связь над Землей, мы запустили вот такие спутники. Жизнь нормальная. Жить на Марсе очень тяжело, но интересно. Мы первооткрыватели. Встречи на Марсе! Пока!